Друзья, всем привет! С вами Диман, и вы на моем канале. Сегодня мы будем готовить ризотто. Для приготовления двух порций нам понадобится 160 грамм риса, морковь, лук, сельдерей по 70 грамм, твердый сыр 40 грамм, куриный бульон, креветки 250 грамм и специи. Нарезаем все овощи мелким кубиком, желательно в размер риса. У меня идет стебель сельдерея, морковь и красный лук. Но лук не обязательно использовать красный, также подойдет классический репчатый, белый лук, либо лук порей. Когда нарезали все овощи, разогреваем сковороду и наливаем туда 10 грамм оливкового масла. Отправляем обжариваться овощи буквально на 5-7 минут на среднем огне. Далее, через 5-7 минут, когда овощи получили уже золотистый цвет, отправляем сухой рис и также обжариваем 5-7 минут. Креветки мы очищаем, разрезаем вдоль спины и убираем все кишки. Если у вас готовые креветки, то подготавливать их никак не нужно. Добавляем куриный бульон по 1-2 половника и даем выпариваться на среднем огне. Периодически помешиваем и добавляем бульон. Время приготовления риса примерно 15-20 минут. Уже где-то в середине приготовления добавляем специи. Это будет у нас тимьян, он очень хорошо сочетается с морепродуктами. Также я добавляю сок 1/4 лимона, и прямо корки от лимона я добавляю в ризотто, чтобы они потушились 2-3 минуты. Так лимон отдаст всю свою ароматику. Добавляем еще немного бульона. Убираем корки от лимона, и тут уже мы можем посолить, поперчить, и уже буквально за 5 минут до приготовления мы добавим креветки. Я добавляю креветки в конце, чтобы они не стали резиновыми и были более нежными, так как они приготавливаются буквально несколько минут. Проверяем готовность риса, всего достаточно, и тут уже в конце я добавляю 20 грамм твердого сыра, натираю его на мелкой терке, перемешиваю все, и уже буквально через несколько минут можно подавать ризотто. Уже в тарелку я натираю по 10 грамм твердого сыра, украшаю ломтиками вяленого томата и лимона. И это безумно вкусное сочетание вяленых томатов, тимьяна, морепродуктов с сыром. Просто божественно. Понравилось видео? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте свои комментарии, делай репост в социальные сети. Я буду очень сильно благодарен. Всем пока! Делай то, что любишь.